Приветствую вас, уважаемые телезрители, в эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите: 6 февраля Русская Православная Церковь вспоминает святую блаженную Ксению Петербургскую, 7 февраля Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, совершил праздничное богослужение в храме в честь святителя Григория Богослова и мученицы Зои. Опальный мудрец, так еще при жизни называли величайшего ученого-богослова, философа и молитвенника Максима Грека. Об этих и других событиях в нашем выпуске. Шестого февраля Святая Православная Церковь вспоминает святую блаженную Ксению Петербургскую. В этот день в церквях проводится специальное богослужение. Звучит торжественный акафист, прославляющий святую. Избранная угодница и Христа ради юродивая святая блаженная мать Ксения, избравшая подвиг, терпение, злострадание, хвалебное пение приносим Ти, чтущий святую память Твою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых, да зовем Ти. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших. Чем же так прославилась Ксения, что уже несколько столетий окружена любовью и почитанием верующих? Церковь возвела ее в ранг святой, построила в ее честь храмы и часовни, ежегодно отмечает день ее памяти. Об этом в нашем сюжете. Считается, что Ксения родилась примерно в 1731 году в семье благочестивых и благородных родителей. Социальный статус родителей неизвестен. Вероятно, они были мещанами. Примерно в 1755 году ее выдали замуж за Андрея Федоровича Петрова, который по преданию был придворным певчим и выслужился до чина полковника. Похоже, что эти сведения – существенно искаженные народной молвой рассказы самой Ксении. Считается, что муж умер, когда Ксении было 26 лет. Тяжело переживая смерть супруга, она раздарила все имущество, даже продала дом, чтобы раздать деньги нищим. По преданию, во время похорон супруга, Ксения заявила, что Андрей Федорович вовсе не умер. После похорон она оделась в оставшийся от мужа мундир и стала называться его именем. В то время на Руси было много юродивых. Появление еще одной женщины, ходившей в мужской одежде и называвшей себя именем умершего супруга, особого интереса у жителей Петербурга не вызвало. Но вскоре отношение к Ксении изменилось, так как горожане стали замечать, что ее предсказания сбываются. Своим прикосновением она способна вылечить больного, а в домах, где она побывала, воцаряется согласие, любовь и достаток. Среди столичных торговцев стало хорошей приметой. Если Ксения что-то возьмет в лавке, пирожок, кусочек хлеба, орех, значит, в этот день торговля будет весьма успешной. Да и покупатели спешили в лавку, где побывала Ксения, или к уличному торговцу, у которого она что-то взяла сладка. Матери старались дать Ксении прикоснуться к ребенку. В этом случае он уж точно вырастет здоровым. Бесплодным Ксения помогала обрести долгожданного ребенка, бедным девицам удачно выйти замуж. В начале 19 века Ксения Петербургская скончалась. Похоронили ее на Смоленском кладбище. На надгробной плите выбили надпись со словами самой Ксении: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души». Могила Ксении сразу же стала местом паломничества, так как на ней происходили исцеления больных и другие чудесные случаи. В 1988 году Русская Православная Церковь канонизировала блаженную Ксению Петербургскую, причислив ее к лику святых. Она и до этого почиталась не только в Петербурге, но после канонизации во многих местах стали строить храмы и часовни в ее честь. Появились иконы с ее изображением. На иконах святую блаженную Ксению Петербургскую обычно изображают в юбке и кофте, чаще всего красного и зеленого цвета, с двумя платками на плечах и на голове, опирающиеся левой рукой на клюку. Часто на иконах за спиной Ксении рисуют Смоленскую церковь и часовню, возведенную над ее могилой. Особо важный и, наверное, самый страшный момент в жизни каждого пастыря – момент, который остается в памяти до самой смерти. Есть посвящение рукой архиерейской во святое и великое служение священства. Многие из верующих православных задаются вопросом, что же такое хиротония, как она проходит и какую символику она имеет. Мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы в нашем специальном подготовленном сюжете.
Часто люди, когда не знают, как им поступить, идут в храм к священнику. Но почему же именно от этих людей мы ждем совета? В их словах зачастую черпаем утешение. И из-за их заботы о нас называем их отцами, потому что они, как отцы, воспитывают нас духовно, следят за каждым нашим шагом в жизни, не давая нам оступиться. Но кто же эти люди? Мудрецы, философы, психологи, кто? Кто дал им такое право, чтобы говорить о том, что они знают, как нам следует поступать и жить? Без сомнения, каждого из нас выбирает Господь и приводит разными жизненными обстоятельствами в храм. Но священники – это люди, которых Господь избирает еще с самого детства и, воспитывая их, приводит в храм. Это совершенно обычные люди, такие же, как и мы, которые и печалятся, и радуются, и гневаются, и грешат, и лукавствуют. Но в них действует благодать Божья, которая через них изливается на людей. Поэтому на них ложится большая ответственность перед Богом и людьми. Враг рода человеческого не дремлет и особо действует на таких людей, пытаясь всячески искусить, чтобы они сбили с пути свое стадо или сделать так, чтобы навредить Святой Церкви. Потому таким людям, как священники, нужно особо усердно молиться и никогда не забывать о том, что нужно следить за чистотой внутри себя, не давая врагу рода человеческого искусить их и через них навредить душам людей и самой Святой Церкви. Посвящение в священники называется хиротонией. Хиротония с греческого переводится как рукоположение, таинство священства, в котором христианину сообщается особая благодать для учения и священнодействий. Таинство священства совершается только над лицом мужского пола, принадлежащему клиру, православному верующему, состоящему в первом браке, освященном церковью, или принявшим монашеские обеты. Таинство священства возводит в одну из трех степеней церковной иерархии – диакона, пресвитера и епископа. Хиротония во священника может совершаться только во время божественной литургии святителя Иоанна Златоуста или святителя Василия Великого и не может совершаться во время литургии преждеосвященных даров, так как на этой службе не бывает евхаристического канона, в котором должен участвовать новопоставленный иерей. Хиротония во диаконы может совершаться как на литургии святителя Иоанна Златоуста и Василия Великого, так и на литургии преждеосвященных даров. Рукоположение в диаконы совершается из иподиаконов, в священники – из диаконов, в архиереи – из монашествующих священников-архимандритов. Соответственно, этому существует три чина рукоположения. В диаконы и священники рукополагать может один архиерей. Рукоположение в архиереи совершается собором епископов по первому правилу святых апостолов, по меньшей мере двумя епископами. Посвящение во диаконы, пресвитера и епископа совершается в алтаре во время литургии. В таинстве священства через святительское рукоположение на правильно избранного нисходит Святой Дух и поставляет его совершать таинство и пасти стадо Христово. Внешней видимой стороне таинства священства относится возложение рук архиерея на голову посвящаемого и молитвенное призвание Святого Духа. Внутренним, невидимым действием рукоположения хиротонии является особая благодать священства. Она возвышает избранных над остальными верующими и наделяет духовной силой и властью учительствовать, священнодействовать и управлять паствой. Таинство священства может по справедливости называться венцом и связью всех других, ибо оно служит спасительным орудием для их сообщения по благодати, данной апостолами и постепенно нисшедшей через непрестанное рукоположение до нынешних служителей Христовой Церкви. Священниками Бога Вышнего, служителями Его тайн, поставляет людей сам Дух Святой, и, по словам апостола, никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон. Таинство это происходит так. Из алтаря через боковые двери исходит протодиакон и первый диакон. Он становится рядом со ставленником, по бокам от него лицом к алтарю. Протодиакон возглашает «Повели!» И диаконы со ставленником кланяются поясным поклоном архиерею. Затем диаконы и ставленник поднимаются на амвон, поворачиваясь лицом к народу. Первый диакон возглашает «Повелите!» И диаконы со ставленником кланяются поясным поклоном народу. Затем диаконы и ставленник поворачиваются лицом к алтарю. Первый священник в царских вратах встречает ставленника и возглашает «Повели, высокопреосвященнейший владыка!» Ставленник заходит в алтарь и сразу совершает земной поклон архиерею без крестного знамения. Диаконы в это время уходят в алтарь боковыми дверями. Ставленник встает с колен и, ведомым священником, обходит вокруг престола. У каждого угла престола ставленник крестится и прикладывается к престолу. Духовенство, а затем хор, поет тропарь «Святые мученицы». Ставленник становится перед архиереем, делает перед ним земной поклон без крестного знамения и, стоя на коленях, целует правое колено и руку архиерея.
Затем ставленник поднимается с колен. Духовенство, а затем хор поют тропарь «Слава тебе, Христе Боже». Ставленник, ведомый священником, второй раз обходит престол, прикладываясь к его четырем углам. Далее ставленник становится перед архиереем, делает перед ним земной поклон и, стоя на коленях, целует край амофора и руку архиерея. Затем ставленник поднимается с колен. Духовенство, а затем хор, поют «Ирмас», «Исаия, Ликуй». Ставленник, ведомый священником, в третий раз обходит престол, прикладываясь к его четырем углам. Далее ставленник вместе со священником становится перед престолом. Ставленник и священник два раза крестятся и кланяются поясным поклоном. Затем священник и ставленник третий раз крестятся. И ставленник делает перед престолом земной поклон. Священник отводит ставленника к правому переднему углу престола. Эти все действия символизируют то, что ставленник навеки обручается с церковью. Ставленник в иерее становится на оба колена. Руку возлагает крестовидно на край престола и преклоняет на руку главу. Архиерей поднимается с седалища, подходит к ставленнику, снимает митру, ставит ее на престол. Возлагает на главу ставленника амофор, благословляет его по главе трижды и возлагает на главу ставленника руки. Первый священник возглашает «Вонмим», и архиерей читает «Божественная благодать». Духовенство тихо и не спеша поет «Господи, помилуй» трижды. В этот момент на ставленника сходит особая благодать Божья для учения и священнодействий. Дары хиротонии для спасения других не отнимаются и у недостойных пастырей, чтобы иначе не лишить спасения ни в чем не повинных посомых. «Пусть жизнь священника будет самая порочная», — говорит Златоуст. «Но если ты внимателен к самому себе, то Господь ниспошлет Духа Святого». Ведь и чистый священник не своей собственной чистотой привлекает Духа Святого, но все совершает благодать. Что касается начатков благодатно-нравственных свойств, то развить или заглушить их зависит уже от личного пастырского подвига. При существенном основном даре священства дар сверхнормных нравственных свойств у пастыря вторичен. Пастырь может последним и воспользоваться, может и закопать его в свое осуждение. Для избежания наказания и достойного служения спасению других, пастыри обязаны возгревать дары хиротонии. Так возгрел их некогда апостол Матфей, мытарь, и утратил Иуда. Предупреждая чрезмерный страх перед ответственностью за ношение даров священства, Златоуст писал своему другу Василию: «Прошу и умоляю, не предавай себя такому страху. Есть защита. Для нас немощных никогда не уступать в эту должность. А для вас крепких, по получению благодати Божией, полагать надежду спасения не в другом чем, а в том, чтобы не делать ничего недостойного этого дара и Бога его давшего». Это великий дар и великая ответственность. Зачастую мы осуждаем священников за их недостойное поведение. Но этим мы и навлекаем на себя грех, ибо, как сказано одним мудрецом, «Когда в человека кидаешь грязью, помни, до него она может не долететь, а на твоих руках останется». Как и у всех людей, у них душа подвергнута многим искушениям, которые так сложно преодолевать. Но потому и они дают нам мудрые советы и в трудный час способны одним словом утешить нас. Потому что только тот, кто побывал в яме и смог выбраться из нее, способен подсказать и другим, как найти из нее выход. Седьмого февраля Святая Православная Церковь чтит память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. В этот день владыка-митрополит Агафангел совершил праздничное богослужение в храме в честь святителя Григория Богослова и мученицы Зои. Святитель Григорий, христианский богослов, один из отцов церкви, принимал участие во Втором Вселенском соборе, близкий друг и сподвижник Василия Великого. Родился около 329 года в Арианзе, близ Назианза Каппадокийского. Его родителями были епископ Назианский Григорий и святая Нонна. О своих родителях Григорий впоследствии писал в цикле стихов о собственной жизни. Получив начальное домашнее образование, он обучался в Кесарии Каппадокийской и Кесарии Палестинской, а затем и в Александрии. Осенью 350 года Григорий отправился в Афины, где изучал риторику, поэзию, геометрию и астрономию. Про этот город он писал так: «Афины – обитель наук. Афины для меня подлинно золотые, доставившие мне много доброго». Во время обучения Григорий познакомился с Василием Великим, будущим архиепископом Кесарии Каппадокийской. После окончания обучения Григорий оставался в Афинах, где некоторое время преподавал риторику. В 358 году, когда его отец уже был епископом, Григорий вернулся домой и в 30-летнем возрасте принял крещение от своего отца. После этого Григорий, склонный к монашеской жизни, удалился в монастырь, который был основан его другом Василием Великим в Понте. По настоянию отца он вернулся в родной город, где принял сан пресвитера.
Когда Василий Великий стал архиепископом Кесарии Каппадокийской, он около 371 года обратился к Григорию с просьбой стать епископом города Сосима, где Василием была создана епархия. Поэтому в 372 году пресвитер Григорий принял сан епископа. 19 января 379 года византийским императором стал Феодосий. В этом году епископ Григорий приехал в Константинополь, где остановился в доме своих родственников. И в одной из комнат начал совершать богослужение, назвав это домовой храм Анастасия с греческого воскресения. В этой церкви летом 380 года Григорий произнес свои знаменитые 5 слов о богословии, которые принесли ему славу богослова. В 381 году был создан Второй Вселенский Собор, на котором был завершен православный символ веры и освящена ересь ариан, которые говорили, что Иисус Христос не был Богом. Также на этом соборе святитель Григорий был утвержден на правах патриарха Константинопольского. Скончался Григорий 7 февраля 389 года на Зианзе, где был похоронен. В своем завещании Григорий, исполняя волю своего отца, отдал свое фамильное имение епархии. Он был светильником горящим и согревающим. Он оставил нам духовное наследие. Он был проповедником, ритором Слова Божия. Он жег, подобно пророку Иоанну Предтече, человеческие сердца. Его подвижническая жизнь, деятельность, личная жизнь были примером для его современников. Таким он оставался до конца своей жизни, в последующей 389 году. В этот день толпы людей пришли помолиться в храм святителя Григория и мученицы Зои. Этот храм был построен одесским градоначальником Григорием Морозли и назван в честь небесных покровителей своих родителей. Этот духовный маяк, который воссиял на землях Одессы, был освящен 16 марта 1896 года. Во время советской власти его закрывали, открывали, также он был превращен в склад. Но со временем этот духовный маяк опять засиял и начал вновь принимать в свои стены верующих. Совершая крестный ход вокруг храма, мы все возносим молитвы святителю Григорию Богослову, которых просим помощи, его святых молитв за нас грешных пред Богом и заступничество. Сегодня нас посетил наш архипастырь, наш ангел церкви. И сегодня тот день, когда мы с вами можем праздновать день своего небесного ангела, хранителя, так как Григорий Богослов является нашим всеобщим небесным покровителем. Спасибо вас, Господи, с праздником поздравляю. И пусть Господь дарует всем нам величайшей мудрости. И беря пример с Григория Богослова, святителя Константинопольского, дабы просвещены мы были великим Словом Божьим и великим богословием. С праздником вас, братья и сестры, поздравляю. Опальный мудрец. Так еще при жизни называли величайшего ученого-богослова, философа и молитвенника Максима Грека. Человек большого аналитического ума. Он посвятил жизни изучению жизни и нашел истину в православии. Его богословские тексты были одними из первых авторизованных. Он обогатил русскую литературу многими переводами, способствовал ее просвещению. По причине открытой позиции против автокефалии русской церкви, Максим Грек настроил против себя высшее духовенство, был осужден и остаток жизни провел в Свято-Троицком монастыре. Смысл человеческой жизни преподобный Максим Грек видел в том, что каждый человек должен всячески ограждать себя от искушений, крепить волю и разум, развивать свои нравственные достоинства. Символ цельности человека – его сердце, в которое Господь закладывает нравственные законы. Чистота сердца и ума позволяют человеку познать евангельскую любовь, которая превыше всего. Идея любви занимает важнейшее место в его миропонимании. Преподобный Максим Исповедник вошел в историю Русской Православной Церкви не только как великий подвижник и святой, а как великий публицист и писатель. Человек, который во главу угла своей жизни положил донесение истины об Боге, о Святой Троице. Он потрудился очень много во благо Святой Русской и Православной Церкви.
Сын богатого греческого сановника, высокообразован и талантлив. Максим Грек мог бы сделать блестящую светскую карьеру, но предпочел иночество. Уединившись на Афоне, преподобный увлеченно погружается в изучение древних церковных трудов. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и обратился к константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Так преподобный Максим оказался в России, где его богословские труды стали настоящим светочем церковной литературы. Однако благодаря своей открытой позиции против обновленчества и автокефалии русской церкви Максим Грек восстановил против себя высшее московское духовенство. Преподобный был оклеветан, осужден и долгие годы провел в заключении. Однажды в темнице к нему явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься от вечных мук». Преподобный Максим Грек внял словам ангела и, стоически вытерпев все испытания, доказал истинную любовь и верность православной вере. «15 февраля – Сретение Господне». Один из особо почитаемых в христианстве двунадесятых праздников. Установлен в память встречи или сретения на 40-й день после Рождества Богоматери и Богомладенца с праведным старцем Симеоном Богоприимцем, которому было предсказано, что он не умрет, пока не встретится со Спасителем. И как для старца эта встреча стала главной в жизни, так и каждого человека она может и должна быть главной. Встретив однажды Бога в храме, человек может обрести благодать, пройти с Ним рядом всю жизнь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в своем слове на Сретение как бы обращается к старцу Симеону: «Но не завидуем тебе, старче праведный, мы и сами имеем твое счастье, поднять не на руки только божественного Иисуса, но устами и сердцем, как и ты носил его всегда в сердце, еще не видя, ожидая его, и не один раз в жизни, не 10, а сколько хотим». Пастырь Кронштадтский, конечно же, говорит о Святой Евхаристии, о причащении животворящих тайн тела и крови Христовых. Да, мы имеем большее счастье, чем святой Симеон. И праведный старец, можно сказать, заключил в объятиях своих жизнодавца Иисуса в предзнаменовании того, как верующего Христа впоследствии времени во все дни до скончания века будут поднимать и носить его не на руках только, а в самом своем сердце. В традиции в праздник Сретения Господня в церквях освещаются свечи. Традиция эта происходит от древнего обычая устраивать в день Сретения шествие наподобие крестного хода по городу с зажженными светильниками. В молитвах на освещение свеч возносится Богу просьба о том, чтобы, как зажженные свечи своим светом разгоняют ночной мрак, так и наши души, просвещенные Духом Святым, избегали греховной тьмы, слепоты. Сретенская свеча важна как символ просвещенности сердца Духом Святым. А если этого нет, и свеча воспринимается просто как обряд или традиция, то она лишается своего смысла и вырождается в языческий магизм. Наш выпуск подошел к концу. Творческий коллектив православного проекта «Телевизионное епархиальное обозрение» прощается с вами. О новых событиях в жизни Одесской епархии вы сможете узнать уже через неделю в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго! Thank you.